Дома все бесят. Ты нормально учился, а сейчас стрелялки твои долбаны. Глушник, мудозвон. Соперника себе по размеру выбери. Девчонки меня игнорят. Играть охота. Я буду киберспортсменом. Ты что с матерью делаешь? Больше никаких игр. Ну, что, день не задался? Мама. Нет, я Шрам. Теперь я рядом и буду тебе помогать. Как? Добрым советом. Сыграешь жирным на деньги, потом покажешь ему свои скиллы, он тебя насильно в команду затянет. Братан, как ты так стреляешь? Я в офиге. Победа. Вы что тут делаете? Киберспортивная команда едет в Москву, выигрывает турнир. У них свободное место. Вообще тяжко, типа, нет? Так, рюкзаки, сумки, документы, спортсмены. Да здесь она, здесь. На тебя смотрит. 20 команд поборются за наш главный приз. 300 тысяч рублей! Команда всем сосать. Надо поменять название. Team Headshot. Да! Ты нахрена геройствуешь? Че, в себя поверил? Вау! Он точно больной, ты был там. Ты когда-нибудь перестанешь быть терпилой? Заткнись! Я хочу, чтобы меня начали уважать, я заслужил! Ты без меня никто, чел! Ни одного смелого решения сделать не можешь! Ты, слышь, ты че, шутка такая, что ли, а? Но у всех должен быть второй шанс. Если хочешь, можешь у меня сегодня остаться. Не знаю, что с ним делать. Мама, мама! Хедшот. Я еду в Москву на большой киберспортивный турнир. У нас есть менеджер и зарплата. А ты не верила. Со 2 января смотрите на Кинопоиске.